Раз, 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 Римус яйцетряс, вечер добрый, с вами Депрессия, и это еженедельный обзор событий в лучшей браузерной игре Наруто Онлайн для моей любимой единственной белки. Поехали. Первое наше событие — это ежедневный возврат за платежи. Советую здесь делать платежи по 3000, если вы собираетесь донатить, точнее по 2500 рублей, чтобы было 3000 слитков. Дальше узнаете почему. То есть, во-первых, мы заберем вот эти наградки, что у нас тут, 15 фиолетовых точек, Магатанки и Конан. Второе наше событие — таинственный сундук, ничего нового, копим по 3 ключа, открываем сразу 3 коробки, потому что с третьей коробки падают фиолетовые колокольчики. Третье наше событие — ежедневная скидка. В принципе, здесь нет ничего особо интересного, ничего нового, кроме 6-го дня. Тут новая накидка с песиком. Все любят песиков. Накидка, кстати, почему-то дешевая, стоит, обойдется в 3500, в 3600. По статам как самурай, но дешевле. Это хорошо. И выглядит она тоже классно, так что забираем. На 7-й день книжки прорывов нахер не нужны. Ничего интересного. Следующее событие — возврат за глифы. Говорю сразу, сегодня надо прокрутить 1000 ключей. Дальше узнаете почему. Это прям вообще обязательно надо. Дальше у нас идет большой возврат. Собственно, вот почему мы донатим по 3000 слитков, чтобы получить вот эти все наградки в течение 7 дней и еще получить вот эти. Единственное, что непонятно, тут лутается всего 70 фрагментов и Итачи Эда Тенсей. То есть, чтобы нанять, надо еще 10. Где взять 10, хуй его знает. Возможно, пофиксят, возможно, надо просто докупать будет в имбирно. Пока непонятно. По крайней мере, никто ничего по этому поводу не отвечал. Дальше у нас распродажа Конохи. Ничего нового такого, прям ничего интересного. Честно говоря, коробки все полное говнище. Мне отсюда ничего не понравилось, так что нахуй. Дальше у нас имбирные радости. Собственно, вот почему сегодня надо прокрутить ключи. Потому что сегодня нам дают за это наградки. Причем наградки неплохие. Нам дают несколько временных ключей. Нам дают фиолетовые сферки. И нам дают имбирные печенки, монетки. На эти имбирные монетки мы можем взять фиолетовые точки. Целых 20 штук по хорошему курсу. 2 монетки – это 1 точка. Я считаю это отлично. Также здесь, возможно, скорее всего, в другие дни мы посмотреть не можем, но будут победы на арене, рейтинги, возможно, открывание каких-то коробок, заточка и какая-нибудь лабуда. Дальше у нас идет суммарный расход. Ничего интересного. Тут дают Какаши Сусанна. Он уже много раз был. Все, кто хотели, его полутали, так что это, по сути, идет в нагрузку. Колокольчики, немного сфер, Магатанки и пилюлька. Дальше у нас большой фестиваль. Есть неплохие коробки, которые здесь можно взять. Единственное, чтобы условие, чтобы там что-то брать, нам надо или внести слитков, или потратить слитков. Для простых маргиналов у нас вот это вот поле. Можем покрутить. Единственное, что я не понял, я прокрутил на другом своем персонаже, и мне упало очень мало тактик, то есть если раньше их сыпало много, прям половина наград, это были именно ящики с тактиками, тактика отлично апалась. Себестоимость тактики выходила около 10 купонов, хотя в магазине она по 25. Я потратил, получается, 5000 купонов, мне всего упало таких 10 коробок, и как-то это очень мало. То есть или они что-то сломали, или что-то пофиксили, или как это должно работать, пока непонятно. Я в поддержку написал, мне ничего не ответили. Возможно, потом узнаем. Так что пока советую не крутить. Или крутить, но очень мало. Если только прям поле вообще идеально и вас все устраивает. Дальше у нас сбор буков. Ничего нового, собственно, буковки падают, мы их меняем. Ниндзя на самом деле неинтересные, если только для коллекции к хаку собрать и просто бегать в нем. Дальше у нас идет колесо фортуны. На самом деле я ожидал, что здесь будет Итачи Эда Тенсей. Но видно за купоны, пока его продавать не хотят. Опять же засунули Минато и засунули сюда Кушину. Также смотрю, тут появились синие колокольчики. Есть листики и есть купоны на тренировку. Также не забываем, что если мы 10 раз покрутим, нам дадут пробную медаль. Так что я советую 3 свитка докупить в конце недели, сделать еще до 10 прокрутов и забрать ее, оставить на что-то полезное. И последнее наше событие — это временный сундук ниндзя, 10 ключиков, и, соответственно, забираем отсюда наградки. Ну, Конан, я думаю, уже у всех есть Шисуи, возможно, кто-то не добрал и хочет добрать, Сай довольно скучно ниндзя,
Зачем сюда контракты засунули призывы, которые просто покупаются в магазине, я тоже не знаю. Ну, у талисманов слишком большой курс, 11 очков требуется. Так что я советую собирать отсюда купоны на тренировку. И, наверное, это у нас все, да? В лимите что-то появилось, давайте посмотрим. Какие-то книжки. Магазин. Лимит. Так, ну. И вот эти книжки. За 1000. Это видно первый уровень на Шикамару. Это второй уровень на Шикамару. Что-то как-то, честно говоря, дороговатенько. Я думаю, будет подешевле. Было бы как раньше, там, 300-500 там, на Саске, на Наруто продавались. Возможно, кто-то бы взял. В обликах тоже ничего нету. Хотя давайте подведем итог, что в результате у нас есть. Неделя отличная для донатеров. Кто донатит по 2500 каждый день. Они соберут Конан, Кимоно. Новый ниндзя в будущем, он пригодится. Будет играть с Какузу. Очень сильный ниндзя. Именно для Какузу строй, потому что он будет генерить вам много чакры. А чакры вам надо 100 в первом раунде, чтобы Какузу разъелывал. Плюс много всякого БМа. А для фри-ту-плейщиков, по сути, что тут? Костюм с пёселем. И походу все. Ну, можно попробовать покрутить рулетку, возможно, ее починить. Так что продолжаем солить купоны. В принципе, как обычно, играем от Фукуроку Марумани до Фукуроку Марумани. Всем спасибо, всем удачи!